Всем привет! Сегодня покажу обзор на дом кукол Винкс. Начнем. Это коридор. Это крыша. Это скутер Винкс. Это коридор. Заходим. Здесь у нас кухня. Здесь открывается холодильник, и смотрите, что там лежит. Здесь шкафчики, микроволновка. И это все открывается, то, что я вам говорю. Раковина. Там лежит сковородка. Вот эти кнопочки нажимаются. Это плита. Ой. Вот эта плита. Открываем этот шкафчик. Здесь пусто. Там нарисована посуда. Здесь еще один холодильник. Вот. Там сумочка. Здесь тоже шкафчик. Перейдем в зал. Вот зал. Вот какой у нас зал. Вот у нас телевизор. Вот. Это стол. Здесь лежит кукла. Блин. Это диван. Это была кухня. Дальше у нас комната Блум. Вот. Начнем с кровати. Это кровать розового цвета. Розового и белого цвета. Это раздевалка. Дальше идет ее рабочий стол. Здесь кресло. Дальше у нас здесь ноутбук черного цвета. Телефон и книга. Следующая комната. Следующая комната ее дочки Лизы. И вот Лиза. Вот ее постель. И вот еще один отдел. Ну что, ребята, на этом мы заканчиваем. Ну что, ребята, на этом мы заканчиваем. Всем пока. Пока-пока.